Я не знаю, что меня мотивирует. Нет ничего такого внешнего, там, я не знаю, деньги, там, слава. Ничего это точно меня не мотивирует. Есть какой-то внутренний драйв. Ты почему-то делаешь это, потому что не можешь иначе. Вот по моему опыту, и мне кажется, вот по моему ощущению, это, наверное, может быть, единственный правильный мотиватор для человека, если он хочет добиваться высоких результатов. Мотивация вообще, мне кажется, у человека, она что-то такое внутри. Не потому что ему денег хочется, да, вот. Что-то должно быть такое, что движет тебя к какому-то такому светлому будущему. Попав в эту колею, ты уже чувствуешь, что ты, с одной стороны, вот этот внутренний драйв, а с другой стороны, ощущение, что ты уже из нее не можешь выпрыгнуть. Но без каких-то там чрезвычайных потерь. Потому что вот так динамично и так напряженно наша жизнь, что тебе все время нужно оставаться конкурентоспособным. А для этого нужно вот встречать новых людей, искать новые идеи, соприкасаться с какими-то новшествами. Не могу сказать, что я очень хорошо это делаю, и прям у меня какая-то замечательная система. Но я все равно стараюсь придумывать себе какие-то конференции, какие-то вещи.